You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Всем здорово, друзья, на связи Перец, и сегодня я сливаю для вас новую сборочку для слабых ПК, которая идеально подойдет для Arizona Roleplay, а именно, так как я играю на Arizona RP Gilbert, я зову вас играть вместе со мной, а поэтому нужно при регистрации указывать мой ник Сэмюэль Перец, который написан, если что, в описании. Да ладно! И указывайте мой промокод хэштег Перец, который также вам даст на 6 уровне дополнительные бабосики. Играйте со мной, и все будет у вас замечательно. Но это не точно. Прежде чем, друзья, мы начнем, я хочу сказать то, что если вдруг вы переживаете по поводу сборок, и вы там, например, не знаете, как их скачивать, как устанавливать, у меня есть ролик, который посвящен именно этой теме. Он сейчас указан в подсказочке, в верхнем уголочке, поэтому, друзья, если вдруг вы не знаете, как это делать, то переходите и смотрите. Также, если вы переживаете за ваши аккаунты, то у Arizona Roleplay есть очень классный лаунчер, с которого вы также можете играть. Но если вдруг ваш компьютер не позволяет вам играть на лаунчере, то вам идеально подойдет именно вот эта сборка. Ну что, друзья, что нам первое бросается в глаза? Это классные дороги, классные деревья. Они не жрут FPS и очень классные. Также у нас заменены ганы. Вот такая М-ка, очень классная. Вот такой шотганчик и вот такой дигл. Валера, настало твое время. Дигл тоже прикольный, такой с трещинками, блин, очень классный. Звуков около 6 видов, поэтому если вы перейдете в папочку модификации, настройки, модификации, спуститесь вниз, вы увидите то, что куча разных звуков. Вот, у меня сейчас стоит 7-й вид, давайте посмотрим. Вот такие у нас звуки, довольно классные, но если они вам не нравятся, вы их отключаете и ставите новые. Также мы переходим обратно в модификации, что мы видим? У нас есть заменка на дом Big Smoke, это очень важно, запомните это. Спускаемся вниз, есть дороги, если они вам не нравятся, их также можно отключить. И мы видим здесь две карты Arizona RP. Давайте посмотрим их. Вот первая карта. Первая карта с кладами, друзья. То есть, если вы кладман, любите искать кладики, такие штучки, которые дают вам на Аризоне кучу денег, кучу разного шмота, то эта карта вам идеально подойдет. Но скажу вам сразу, я не знаю, запрещена она, разрешена. Поэтому, но если вдруг она запрещена, то я вам рекомендую ее просто отключить и никогда больше ей не пользоваться. Специально для этого здесь добавлена еще одна карта. То есть эту мы отключим, эту включим. Она классическая, но здесь есть сеточка для гетто. Поэтому мне кажется, она идеально тоже подойдет. Скины выключены, давайте их включим. Вот заменочки скинов. В принципе, неплохо. Давайте там 102, например. Чуть-чуть сменен, 103. Классический, по-моему, вроде не изменен. 103 вообще мне никогда не нравился, такой убогий. 104 вот такой есть. Чисто, знаете, гопарь, не знаю, со двора. Вот у меня во дворе такие бегают. Черт. Дальше давайте посмотрим. 105. Ой, 105 очень странный на самом деле, но кому-то вдруг тоже зайдет. Почему нет? 106. 106 вот такой с банданкой. Очень прикольный. Мне нравится. Также кого-то можно еще посмотреть. 107. Классический. 108 тоже. 109. Мы его уже посмотрели. Давайте 110 глянем. Ого, ого, он такой дед, да? Нормально? Нормально. Мне нравится. Также, что я могу сказать? Эта сборочка проверена на вирусы, на стилеры. Но если вдруг вы боитесь за свои аккаунты, то обязательно ставьте двухфакторную аутентификацию. Тогда у вас аккаунты ваши не угонят. На моей микроволновке 180 FPS, в принципе, неплохо. Да ладно! Вы посмотрите на эти облака, это просто шикарно. Ну что, друзья, спасибо, что посмотрели. Обязательно поставьте лайк, поставьте комментарий, напишите, как вам эта сборка. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. И поставьте колокольчик, потому что много ребят смотрят без колокольчика, поэтому вы пропускаете ролики. Поэтому давайте сделаем так. Из всех комментариев, что есть, я рандомно выберу один, подарю ему 100 рублей на Киви кошелек. Но это не точно. Обязательно напиши комментарий из 4 слов, там через недельку ты можешь увидеть результаты в моей группе ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Все, я думаю, все поняли. Давайте, спасибо за просмотр, пока-пока.